Привет, мои дорогие подписчики! Вы на канале Дневник актрисы в Голливуде, и с вами я, Анна Урис. Сегодня мы обсудим очень интересную тему – как выбрать актерскую студию. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, то я, как всегда, настоятельно вам рекомендую сделать это именно сейчас, потому что аналогов вы не найдете. Когда я переехала в Лос-Анджелес, я поняла, что мне нужно пойти на курсы актерского мастерства, на которых я смогу обрести и знания английского языка, и уверенность, и понимание того, как здесь работает киноиндустрия. Ну и, конечно же, прокачать свое актерское мастерство. Приведу пример из жизни. У меня есть знакомый, коллега, который постоянно ходит на курсы актерского мастерства. В течение пандемии его забронировали в 5 крупных проектов по онлайн-пробам. Все остальные мои коллеги, которые посчитали, что онлайн-курсы актерского мастерства не актуальны, не работали и сидели дома в депрессии, и сидят до сих пор. Так что делайте выводы сами. Сейчас я хожу на курсы Actors Workout. Стоит это $226 в месяц, один урок в неделю, 3-4 часа. Как это работает? Вы выбираете сцену, присылаете ее своему коучу, встречаетесь на уроке, отыгрываете свою сцену, во время этого идет видеозапись. Вам будет подкидывать текст любой другой студент, поэтому за это можете не переживать. Затем вы смотрите свое видео вместе со всеми учениками и коучем, после чего получаете комментарий от коуча и отрабатываете еще раз всю свою сцену. Все дубли будут записаны на видео и отправлены вам на почту. Еще одна студия, в которой я училась достаточно долгое время, это Иван Чабак Студио, которая стоит $276 в месяц, один раз в неделю практическое задание. Что такое практическое задание? То есть это полная отработка сцены с партнером, с которым вы обязаны репетировать до урока в течение недели. А также теория – это посещение студии каждый день, по желанию, где вы сможете смотреть игру других актеров и слышать все комментарии, которые дает коуч по актерскому мастерству. Следующая актерская студия, в которой я не училась, но много о ней слышала, это Stella Adair Studio of Acting. В этой студии разнообразные программы обучения, от месячных курсов до 3 лет актерского мастерства. Также есть летние курсы, программы для подростков и музыкальный театр и иные. Кстати, в том году школе исполнилось 70 лет. Ну и последняя студия, о которой я тоже слышала очень много положительных отзывов от своих коллег, это Barron Studio. Стоит она от $250 до $800 в месяц. В студии есть курсы интенсив для новичков и для профессионалов. Все эти студии могут вас индивидуально подготовить к пробам и помочь вам обрести уверенность. Это очень популярная практика в Америке. Пожалуй, этого вам достаточно будет на первое время. Надеюсь, вы воспользуетесь этой информацией. А теперь ставьте колокольчик, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал «Дневник актрисы в Голливуде». У нас с вами впереди еще очень много новых тем. Пока, до новых встреч!